Уже несколько лет подряд в станице Етеревской проходит фестиваль «Мы потомки казаков». Местные жители несколько недель готовились к масштабному празднику. Изучали новые песни, делали своими руками местные сувениры из кожи, дерева и других материалов. Послушать донских казаков собралось несколько сотен любителей этой колоритной музыки. Гости фестиваля отметили его особую атмосферу. От красивых костюмов и песен, казалось, вся станица вернулась на десятки лет назад, во времена рассвета донского казачества. Поэтому даже артистов со сцены провожали не просто обычными аплодисментами, а криками «Люба!». Посетил мероприятие известный исполнитель Юрий Щербаков, который стал специальным гостем фестиваля. Позадумал султан турецкий, с царем русским и пошутить. Он собрал господ начальник, стал им речи говорить. Юрий Щербаков уверен в особой ценности подобных музыкальных фестивалей для продолжателей традиций и любителей исконной казачьей культуры. Культура наша забывается, вот, хотя есть ребята, молодежь, кто обращает внимание на свои корни, не только в казачестве, но и вообще в целом по России. Хотят узнать свои корни, постичь, узнать, кто их деды были, кто их прадеды, кто родители, откуда, как говорится, кровь берется их. Такая форма праздника, считает потомственный казак Юрий Щербаков, это хорошая возможность рассказать молодежи и детям о том, как жили их предки. Важно не забывать свои корни. Пока будем помнить мы, будет жить и народная культура, которой нужны единомышленники, подчеркнул известный исполнитель. И вот такие фестивали, естественно, проводятся. Каждый показывает свое мастерство или песни своего хутора, своей станицы или своей сельской местности. Правильно, это, конечно, нужно. И в свое время, я хотел бы сказать, есть у нас такие хорошие люди. Один из них, Олег Савченко, допустим, поддержал проект «Родники». Он до сей поры еще звучит у нас на радио «Белый лебедь». Веселая и душевная музыка, запах костра, яркие костюмы и общение. Участники и гости праздника признались, что уже с нетерпением ждут следующий фестиваль. Хотя еще даже не стихли песни этого праздника. Анна Древнева, Сабина Саблина, телеканал «Волгоград-1».